Так, всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек. Продолжаем эксперименты с выращиванием разных культур дома. Сегодня будем сажать вот такое, томат. Сразу все покажу, чтобы было ценное, тоже видно. Салат. Салат у нас будет вместе с петрушкой. И огурцы мы уже будем сажать позже. Вчера уже я заранее вот так вот замочил огурчики, чтобы они начали взрастать. Только потом посадим. Так, ну что, приступаем к тому, что распакуем землю, наверное, я думаю. Уголочек аккуратно. Так, ну что, дамы и господа, вот так это выглядит. Все посеяли, замешали специально ручонками. И вот такой водой, неохлажденной, отстоявшейся, немножко опрыскали, чтобы это все было влажно. В общем, вот 10-литровый мешок, да, от него осталось, наверное, процентов 20. То есть вот такие вот у нас горшочки остались от цветов. Будем посмотреть, что из этого получится. Сегодня 14 декабря, напоминаю, время 1:30 ровно. И будем ждать результатов. Так вот, семена некоторые остались, огурчики придется садить в другое место. Ну, также некоторые другие семена, морковки и мяты. Так что вот такие дела, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, небольшой лайфхак. А как у нас, ну, чтобы не перепутать горшки, да, как нам сделать надписи? Очень просто. Вырезаем вот эти названия, например, да, или печатаем отдельно. И используем скотч, ну, чтобы закрыть бумагу с двух сторон для ламинации. То есть, чтобы влага не попадала. И вот так вот приклеиваем, например, скотчем. Теперь понятно, что какой здесь салат, например, находится. Здесь петрушка листовая, например, здесь томат белый налив, например, ну именно такой. Вот, все засажено, также посадили лучок. Один лук я вот так вот подрезал. И посмотрим, где выйдет лук тоже первый. Напоминаю, сегодня 14 декабря 2023 года. Один лук вот так вот просто отстрижен, да? А здесь вот прям практически под ноль. Где перо выйдет лучше? Мы это тоже с вами посмотрим. В общем, эксперимент начинается. Продолжаем, друзья. Всем удачи и пока.